Здравствуйте, уважаемые геймеры и модостроители! Это Бертольд Африканцев, и мы продолжаем создавать анимации для нашего автомата Калашникова. Несмотря на то, что в туториале о ноже у меня уже показано, как делается анимация плавания, все-таки я решил и в этом туториале показать, как делается эта анимация. Давайте взглянем, как это все выглядит в игре. Попытайся захватить одну из машин и отправлять к вертолетной площадке на другом конце острова. Там ты можешь взять один из катеров и сбежать отсюда. Вот такая вот анимация плавания. Вот так вот персонаж плывет. Итак, давайте приступим к созданию этой анимации. В анимации плавания я хочу сделать 60 кадров. Значит, в 240 кадре заканчивается анимация броска гранаты. Плюс 60 это 300. И 10 кадров для отступа. 310. Time Configuration and Time 310. Окей. Выделяю все кости, чикаю два раза на главную кость. Из 240 кадра все ключи перемещаю в 250. Иду в 250 кадр. И вижу, что здесь с левой рукой такая же история, как и в анимации броска гранаты. Поэтому я выделяю только кости левой руки. Чик-чик. И с нулевого кадра с шифтом копирую ключи вот сюда. В 260 кадр. Time Configuration. Start Time. 250. Вот у меня таймлайн с 250 по 310 кадр. Это будет анимация плавания. Вот эти ключи, которые я скопировал с нулевого кадра. И в этих ключах рука становится как в нулевом кадре. Но мне надо, чтобы рука так встала в первом кадре анимации. Поэтому я эти ключи удаляю, а эти передвигаю в 250 кадр, который является первым кадром анимации плавания. Включаю автокей. Про левую руку пока забудем. Займемся правой рукой. Анимация будет разделена на три части. Всего получается 60 кадров по 20 кадров на часть. Значит, иду в 270 кадр. Цепляю вот эту кость. И по ротации слегка продвигаю вот так вот вперед. Смотрю. Ну, можно еще чуть-чуть вперед продвинуть. Совсем немного продвинуть. Вот так. И тут я вижу, что у меня кисть, она идет не по ровной горизонтали, а мне бы хотелось, чтобы она ровно шла. Поэтому я выделяю кисть. Иду в первый кадр анимации. В первом кадре анимации. По Move, по оси Z
копирую значение, вот это вот, выделяю и Ctrl-C. Иду в 270 кадр и сюда вставляю это значение, выделяю Ctrl-V, Enter. Вот она у меня уже выровнялась и более ровно вот так едет. Посмотрю. Выйду с камеры и чуть-чуть вот так вот сдвину влево в 270 кадре. Еще чуть-чуть. Еще совсем немного. Вот так. И по view небольшой поворот. Так. Теперь иду еще на 20 кадров. Это в 290 кадр. Выйду с камеры и сдвигаю вот сюда много. Ну вот так, пожалуй, да. Так, проиграю. Да, в самый раз. Вот так вот. Стоп, выхожу с камеры. Выделяю все кости правой руки. В 270 кадре set case. В 290-м. Set case. И из первого кадра анимации шифтом копирую ключи в последний. Смотрим. Стоп. Выхожу с камеры. Теперь в 270 кадре беру кисть и по ротации по локальной оси вращаю вот в эту сторону. А здесь в 290 кадре наоборот, вот в эту. Так, стоп. Еще раз пробиваю в этих местах в 270-м set case, в 290-м set case. И здесь, поскольку анимация циклическая, не должно быть одной и той же позиции в первом и последнем кадре. Поэтому я иду в предпоследний кадр, set case, удаляю с последнего кадра все ключи, delete, а с предпоследнего перемещаю в последний. Смотрим.
Оп. Ну и теперь можно заняться левой рукой. Иду в первый кадр. Беру вот за эту кость. И опускаю вот сюда. Беру вот эту кость и вращаю вот так вот. Нет, вот так вот. Вот. Да. Вот так вращаю. Нормально. Так, иду в мув. Иду в 270-й кадр. Цепляю кисть и поднимаю. Так, вот так сначала, потом так. Так, выправлю кисть. Пониже ее. Вот так. Ну, вы помните, вы же смотрели анимацию М4. Там кисть едва показывается. Ну, я, может, чуть повыше ее поставлю. Можно ее повыше поставить. Вот так. Больше не надо. Выйду с камеры. Теперь иду в 290 кадр. Беру вот эту кость. Rotate. Павью. И вот так вот вращаю. Вот. Смотрим. Ну, можно подправить кисть чуть-чуть. Так, иду 290-й кадр и вращаю. Смотрим. Так, стоп, с камеры выхожу. В 290 кадре чуть пониже. Смотрим. Вот теперь хорошо. Стоп. Теперь в 290 кадре беру кисть правой руки и павью разворачиваю. Вот так. Смотрим.
Стоп, еще. Надо в 290 кадре подвернуть. Смотрим. Вот теперь хорошо. Анимация плавания готова. Стоп. Выхожу с камеры. И что у нас получается? 250-310. Сворачиваю макс. Открываю файл AnimTimes. И вписываю здесь 250-310. Плывет. Сохранить. Здесь time configuration, start time 0. Окей. И тоже сейф. Дорогие друзья, анимация плавания успешно создана, и мы можем двигаться дальше. С вами был Бертольд Африканцев. Всего вам самого наилучшего. Здоровья, успехов в моделировании и модостроении. До новых встреч, друзья!